Виктория, ты в эфирном пространстве. Что ты видишь, Виктория? Я сразу услышала имя и фамилию Людмилы. И вижу, что вот так как-то идет такой шлейф, как бы дорожка такая интересная. Как будто бы ткань двойная, а между... И там есть такие, как карманы, куда что-то установлено, похоже на железнодорожное полотно. Входит в сектор магии. И как бы привязано вот в секторе принятия решений. Да, какой-то поезд какой-то. Даже услышала, как поезд подает стучит. Сигнал. Ага. А вот отсюда идет черный шлейф вниз, в сектор интерференции. Так. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Посчитай от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. Людмила. 1, 2, 3. Я вижу, что она пришла, лицо ее, и она вот так наклоняется и снимает из глаз такие черные повязки. И когда она вот снимает, это вот отношение имеет в сектор магии. Там я слышу Илья и вижу ее в церкви. Считывается магический обряд. Так, хорошо, Виктория. Отодвинь все эти ситуации. Да. Считай эфирное ДНК Людмила. Она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она дает. Так, давай посмотрим, что это был за церковный обряд в церкви. Что это за событие? Так, я вижу, что она стоит. Там какая-то свеча. Впереди такой, ну как там, икона, где священник ходит. И в сектор принятия решений такой серый какой-то идет шлейф, и там как лето. Я слышу Илья. Так. Так, а что делает Людмила в этом обряде? Какое у нее решение? Я слышу принять, принимать. Или я, вот так как-то по-другому звучит. Пророк Илья. И я вот смотрю, что там как бы открытый портал. А ниже вот так сидит какой-то человек в секторе магии. То есть она сама у себя в секторе магии. Вот эта картинка, потом ниже нее сидит человек, как за книгой в черной. Когда я присмотрелась, я вижу у него вот этот на голове, как чайка черный. И такой штамп. Ух! Что-то утвердили. И от него, и от нее тянется еще ниже кто-то есть. Кто все это ниже? В да. Этот портал, который тут открыт. Так, кто там ниже находится, приказывая ему проявиться в его пространстве. О. Кто это такой, приказывая ему появляется, отвечать? Тянет, слышу русалку, тянет как под руки вот так
из портала какую-то. Так. Что-то считывается гулящая девка. С глазами с такими выпученными. А кто? Как будто такой дым черный. Так, кто это тянет, я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирной ДНК. Оно звучит и Люцифер, и Вильзевул. Выглядит как Вильзевул, как сложенный с отдельных частей. И борода mm-hmm. такая черная. И я слышу Илий. Так, а что это за Илий, Виктория, считай, информация? Он говорит, что он напророчил сам на себя. Mm-hmm. Подделал, что-то подделал. Я вижу экран, это Илья. Mm-hmm. И... вижу, как идет Людмила, как будто по Москве идет. Mm-hmm. Такая большая, а у нее капюшон на голове, только задом наперед одет. Вот так спереди. И висит этот на этом капюшоне вот так спереди. То есть оно как черное, все закрыто. Mm-hmm. Висит такой огромный... этот символ цельнозор. Он выглядит как сетка, как лабиринт. Интересненько. Просто как идет, он как будто каменный. И так колышется и ударяет ее по ноге, по правой ноге ударяет. Это символ, да, ударяет? Да, он прямо такой... ну, до самого низа, до самого пола считывается, она говорит, щит. Mm-hmm. И вижу, как вот эти энергии с магических секторов прямо внутрь этого символа вот так втягивается, вот так внутрь. Mm-hmm. Так, Виктория, там была еще вот эта русалка, гулящая девка. Что это за русалка, и приказываю проявиться в соответствии ее эфирным ДНК. Я слышу монада. Угу. Так, понятно. Давай посмотрим, Виктория, когда вот этот щит, цельнозор, этот символ появился у Людмилы впервые в ее пространстве. Я вижу, что она смотрит экран и почему-то вот так говорит. Я дикая. Это я сейчас вижу, что мне идет переброс кармы. Дикой называли мою сестру Мону, Оксанку, когда она была маленькая. Ее называли Дикунья. Потому что она ни с кем не общалась и пряталась за маму до 5 лет. Вообще никому не шла. Угу. И когда подрастала, она тоже была такая необщительная. То есть она как будто боялась людей. Мы очень любили ее, называли ее как Дикунья. Угу. Ясно. Так. А где крючок и зацепка? Почему Людмила Дикунья? Или откуда? Дикая она. Что это за... почему такая информация к ней? Сейчас я слышу обуздать. Ну, как обузданная лошадь. Угу. Я вижу тот момент, когда Людмила одевает как сбрую на себя вот этот символ.
Так, хорошо. Так, рациональная Людмила хочет отказаться от всех вызываний этих духов, просматривания этого цельнозора, и хочет полностью освободиться от всех его козней окончательно. Пусть она отменит все эти просмотры его роликов в тот момент, когда она появился у нее этот цельнозорцевский щит. Пусть она отменит. Я вижу пространство этого фильма исторического, которым это считывается ловушка. Оно как кусочек, как наживка для рыбки. Вот. И я вижу, Людмила закрывает этот компьютер. И достает что-то из сектора принятия решений. Оно вот такое, как считывается ржавчина, но выглядит как будто из болота вытащили какой-то предмет, на который вот этот липкий ил так налип. Я смотрю это внутрь этого, и я вижу там, как консервная банка. Вот считывается вот такое. А внутри там есть... Считывается частица пламени, частица ее души. Она там закрыта, в этой коробочке. Я вижу, как рот открывает эгрегор какой-то сейчас. Считывается власть имущих. И проглатывает эту коробочку. Так. А вот эта самая коробочка. Хозяину этой коробочки, чья это коробочка, я этому хозяину приказываю проявиться. Появляется какое-то существо в секторе магии. Ноги в растопырку, под ключка к пиндеру. И такой типа мощный, с мускулами, как этот ниндзя. И говорит, что он смерть. О, Илья. Сейчас я вижу у него вот это признаки этого Вельзевула очень... Ярко выраженные глаза, абсолютно черные, как шары два черные. Так, Виктория, в какой момент вот эта частичка души попала в эту банку? Что происходило в этот момент на физическом плане? Людмила одевает вот этот символ и считывается, что решила извратить себя. И одевает вот этот символ, и он вот так захлопывается, как что-то, как будто бы защелкивается. А на этом символе в центре находится как пика такая, и продевает ее сердечную чакру. Я вижу, как из... Эти меридианы сзади, вот как проекция души, вываливается вот эта коробочка, и оно вот считывается обуздать гулящую девку. А, я вижу. То есть почему-то Мона, она всегда прожила в браке с одним мужем, но она... считывается как гулящая девка. И вижу ситуацию, где Людмила вот в постелях с другими женатыми мужчинами. И вот эти энергии изменницы, они, ну, Моны, потому что Мона бросила семью и ускакала, чтобы колдовать с этим Ильей. То
я вижу, что это именно зацепки. Они притянулись к ее решениям отобрать чужое счастье. И в секторе магии вот такие ножницы, бумагу так, чик-чик режут. А с одной стороны бумага светящаяся, и она уходит в сектор интерферентов. А с другой стороны она черная. И кто-то эту фотографию, жена на той стороне черной, жена, положил в карман. Сейчас я посмотрю, кто. Люцифер положил в карман действо. Вот это действо, колдовство, он положил в карман как доказательство. Так считывается фиктивное доказательство причастности к разрушению ее семьи. То есть идет переброс кармы за вторжение дела сына. И... Но его энергия с этой фотографии, с этого, она ушла в лапы этого Люцифера. Так, рационально Людмила хочет отменить это действие, разрезать эту фотографию. Пусть она зайдет в ее сознание в тот момент и изменит это решение, изменит это событие и покажет тебе, как она это делает. Я вижу, она ему вот так, где сектор принятия решений, вот так, типа, давай, давай. Угу. И она берет вот эти ножницы и вот так разламывает. Я вижу, как она берет эту фотографию и вот так разглаживает, поворачивается вот сюда, разглаживает. Эта черная энергия считывается предательством. Входит в сектор интерферентов, вот лицо ее сына вижу. А его энергия возвращается обратно. Я вижу, он сам своими руками вот так ее отталкивает. Эту черную энергию. Вот сейчас я вижу, еще зацепка идет в ее пространстве, вот здесь, прямо где седьмая чакра, черный считывается ритуал. А это и под ногами, вот как будто бы она встала на колесо, вот как этот... Леонардо да Винчи нарисовал человека в этом колесе. Вот так она стоит, и там этот маятник. Угу. Так, хорошо. Давай, Виктор. Так. Давай еще. Значит, рационально Людмила хочет отменить все эти решения, будут с женатыми мужчинами. Пусть она это отменит, все ее решения завязывать отношения. Я вижу, что она в секторе магии этот, эти события разрушает. Она буквально из как будто бы с простыни вот струшивает этих мужчин. Они как черные такие дьяволята. Вот. Уменьшаются, уменьшаются и уходят в портал. Я ей передаю, чтобы она это закрывала все порталы, отменяла. И выносит, вот так выдвигается у нее изо рта такой черный шар, считывается молчать о блуде. То есть честный человек, он не может блудить, потому что его совесть... Ну, замучает. Не даст, да. Хорошо, пусть она очищается от всех ДНК этих мужчин, чужеродные, все на аннигиляцию отправляет. Я вижу, как в этом шарике, она вот как в этой банке сидела. И сейчас в этот момент я вижу, как разрушается этот символ цельнозора. Он стал такой, как каменный. И держится вот так, он вытянулся как зонтик, вот так вытягивается в сектор магии. И там слышу Татьяна,
какой-то ритуал, какое-то яйцо, и она так активно катает этим яйцом. Так, приказывает этой Татьяне проявиться в соответствии ее физической ДНК. Она говорит, что она целительница. Приказывает ей Татьяне отвечать, что она делает в личном пространстве Людмилы. Она говорит, зацепляю. Я вижу, как у Людмилы вот на руках, как кастет, вот эти все пальцы, как в кольцах, в черных, и от каждого кольца идут, они считываются тяжи. Сектор магии. Тяжи. И она, вот эта Татьяна, вот эти все тяжи привязаны, она так поворачивается задницей и как будто вот так потянула и себе в задницу эти тяжи. А Людмила, фу, говорит, так среагировала очень резко и снимает эти. Там контракт какой-то. Считывается обращение к дьяволу. Она достает какую-то, считывается печать, то есть белый такой длинный лист, на котором такая же печать, вот как этот символ цельнозора, он приобретает форму тех главных контрактов, которые есть в пространстве человека. Он выискивает эти грехи для того, чтобы усилить их. И вот эта печать проявляется. Вижу, проявляется этот же какой-то человек в секторе магии с этой же печатью на лбу, этот, который вот так стучал. Да. Вижу этот телевизор, экран какой-то. Телевизор. Вижу, компьютер. И вижу какая-то темная, черная фигура возле компьютера сзади вот так считывается, устраивает пытки. Вижу, как Людмила перецепилась, упала, а он ржет. Так, это идет. Считывается слив информации. Слив информации. Я его цепанула, этого помощник. И я ему приказываю отвечать, что он помогает и кому. Я его закрыла в такую маленькую стеклянную баночку в секторе магии. Приказываю отвечать, чтобы он называл своего хозяина. Приказы и он пишет: Илья Монастырский. То есть я вижу, что Илья уже полностью перебросил всю карму на Мону и пристроился на место ее мужа, потому что это фамилия ее мужа. То есть ее муж очень хороший человек, и я вижу, как он занял его место, а на него перебрасывает всю карму. Так, это понятно. Так, пусть Людмила достанет контракт, да, обращение к дьяволу. Да, достает эту печать. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться. Так. Оно все вот так тянется в сектор принятия решений, и эта печать как лабиринт. Так, а что в секторе принятия решения? Что за решение? Так. Сейчас, давай по очереди. Сейчас ты приказал всем проявиться. Хорошо. Приказываем всем проявиться в соответствии с их эфирным ДНК.
Проявляется какое-то существо в секторе интерферентов серого цвета, как будто бы человеческий вид, но совершенно искусственный. И руки, ноги все одинакового одинаковой толщины и туловище. И какая-то пустая голова, а из головы вместо носа такой длинный хобот, тоже такой прямой, тоже в сектор интерферентов. Так. На голове такой черный колпак. Что это такое у нас тут? Считывается слизняк. Так. Что так. Это за слизняк? Что это за слизняк? Виктория приказывает тому слизняку отвечать, кто он или что это. Так, я вижу, что он превращается как червя, который лазит в голове. И у него такие черные глаза, Илья, и так хряпает, прям слышно, как черви едят листочки, то звук такой стоит. Угу. И тянется он хвостом в сектор магии. А, слышу, Илья. Угу. Это его помощники, они выполняют роль... Какая у них роль? Я слышу, грызуны, они грызут, выгрызают память. Так, сейчас я посмотрю. Вот этот червь, вот он грыз. Я вижу, что он выглядит, вот как я сначала увидела, такая полосочка, как будто бы такие вставленные. Как будто бы это лесенка такая, натянута тканью с двух сторон. Как веревочная лестница. И я вижу, что у этого червя такое же устройство, только внутри этого тела вот символы цельнозора. Там разные уровни. Мерности разные. И они выгрызают память. И я вижу, что меняют сознание, перекладывают с места на место. Считывается упорядование. Хорошо. Вот я порядок слышу. Наводит. Ясно. Порядок, то есть не наводит порядок, а по тому порядку, по тому образцу какого-то порядка, который находится по порядку. Ага, упорядочивают. Вот. Да. Так, Угу. Ну это по ихним. У них свои там порядки. Так, хорошо. Хорошо. Это ситуация... Ну, замораживаем. Так, контракт. Когда и с кем был подписан? Угу. Давай посмотрим, что это за событие было на физике. Я вижу, приходит в секторе магии какой-то человек. За ним тянется шлейф, как будто он в каком-то плаще черном. На голове колпак черный, а во рту такая трубка-курилка. И он вот так смотрит глазами и стучит. А у него руки нет. Она есть, но она у него такая сухая. Он как будто бы костью стучит по этому контракту. Так, кто это? Я ему приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК на тот момент. Он называет Людмилу Рука. Он вот так стучит, и вот туда, куда стучит, говорит сука.
Так, я ему приказываю отвечать, кто он такой. Сталин, вот он сидит, нога на ногу, в сапогах. Ой, так он такой рыжий, лицо все в таких пятнах. Вот так он вальяжно сидит за столом. Угу. И приходит какая-то женщина. И снимает ему сапоги. Угу. Она ему как прислуживает. И когда она сняла вот с правой ноги его сапог, угу, то у него там портянка была внутри сапога. И она берет эту портянку и вот так расстилает на этом столе. Угу. А я слышу имя Аллилуева. Угу. Да. Так, эта женщина кто она? Виктория, считай, ее эфирная ДНК. Я вижу, что идет вот такое. Вот этот Илья в секторе магии вот так говорит, крутит вот так и говорит: мои грезы. Сейчас я считаю, чей это контракт. Угу. Я вижу, когда я задала этот вопрос, то вот этот слизняк, который внутри этого Сталина, он вот так хватит и руками закрыл, угу, этот контракт, он, и у него образовалась там кнопка под руками. И он очень сполошился. Я ему приказываю убрать его лапы. Угу. И приказываю сесть в той же позе, возвращая время назад. Вот он сидит. О, угу, как интересно. И когда я запретила, то вот эта кнопка, от нее начинает вот такое движение энергетическое, которое не дает ему возможность что-то сделать. Я вижу, что там открывается портал и слышу Аллилуева. Так, а кто это Аллилуева? Имеет она отношение к Людмиле? Она говорит, Людмила говорит, это мой двойник. И берет, вот у нее в голове, как черная, такая как смола, вот эта энергия, которую я увидела в начале, как ленточка такая вот от сектора принятия решений, как оторванная ленточка просто отдельно была. Mm-hmm. И она снимает это из головы, говорит: мой двойник. Я вижу, как она вот эту энергию, как эту черную ленточку берет и кому-то вот так закручивает вокруг шеи в секторе интерферентов, как будто задушивает, душит. Mm-hmm. Я вижу, как Сталин душит эту женщину Аллилуеву. Он ее душит. И она... Угу. Он ее убил. Угу. Он ее убил, а потом пошел такой выстрел. Или он ее придушил, а она потом... Короче, этот выстрел, он находится вот в секторе магии возле этого Ильи. И он держит вот так, пытается к этой кнопке дотянуться. Угу. Так, а что это за кнопка, Виктория? Считывается рычаг управления женским телом. И, извиняюсь за подробности, это выглядит как клитор. Угу. Так. Считывается тоже. И там открытый такой портал, который заканчивается. Так, какое-то существо там стоит, и это как будто бы на конце пиндера, вот так. Угу.
Так, что это за существо, приказываемое проявиться в соответствии эфирным ДНК? Это Вельзевул. Дух поднебесный, дух зла. И я вижу, что там варится как какой-то котел большой. Кто-то юшку пробует. Так, кто там варит, приказываем проявиться. Я вижу, что там вот эти все духи завязываются, вот эти энергии, они вот так завязываются в такие узлы, как макраме. И вот этот символ человеческий, который я описывала, что у него одинаковые толщины, цилиндры, руки, ноги. Вот это я вижу, это духи, они переплетаются в такие замысловатые узоры. А это так каемочка такая. А по центру там это все превращается в такое черное. А эта каемочка такого серого цвета. Оно считывается как магия, колдовство. Но в секторе интерферентов. Промысел. Считывается Божий промысел. А кто Бог у них там? Приказывает этому Богу проявиться в его пространстве. Там низко, низко, низко. Там я прям оттуда идет Люцифер. Он себя как в грудь бьет и рассказывает, что он Бог. Он говорит, что он Бог. Так, понятно. Поднимается Виктория выше. Так, я хотел посмотреть вот эта кнопка. Чья это кнопка? Кто хозяин этой кнопки? Приказываю я проявиться. Я слышу, я вижу, как эта русалка, эта Мона с глазами лежит. И вот так между ног она это достает, этот пиндер, и передает... Вот в пространство Людмилы. Надо спросить, а что она делает вот вообще? Приказываем Моне проявиться и отвечать, что она делает в пространстве Людмилы. Так интересно и смешно. Вижу экран, в котором он Мона вот так. А ее в эфирном плане вот этот пиндер и драконьи глаза такие. Фу, как гадко. Так. Считывается духовная проституция. И у нее руки, она вот так поворачивается и мочает свои руки. И они такие черные, и вся эта чернь из сектора магии поднимается по ней и считывается ржавчина. И она как будто бы ржавеет на глазах и рассыпается. И превращается в какого-то мертвеца живого. Зомби. Она только тело у нее осталось, а дух... переселился. Я слышу переселение духов. И этот черный дух, который в нее вселился, он распределяется. Часть его вот так распределяется в пространство Людмилы. И вот этот грызун, который выискивает, то есть это дух. Помощники, помощники — это эти грызуны, которые проедают, прогрызают в сознании человека эти лазейки в памяти, чтобы добраться до, считывается, капилляров зла. То есть до тех решений неправильных, которые человек принимал. Они вторгаются в течение кармы. Они захватили карму. Потому что если человек сделал, например, вот я вижу другое развитие, когда, сейчас я посмотрю,
без этого влияния. Угу. Посмотри. А то я слышу мгновенная карма. Это у меня всегда так есть. Если я вдруг подумаю о ком-то что-то, даже не то, что плохо, а как-то даже подумаю, я моментально или ударюсь, или что-то. Или я ничего на осознанном уровне, например, не подумала, но ударилась. Я сразу отматываю назад и ищу ту зацепку и отменяю. Mm-hmm. Вот. Там люди меня вчера ругали, что из-за расследования, но они все лгут. Потому что моя миссия, как и миссия Украины, очистить полностью от этих энергий фашизма и магии живое пространство. Я не имею права думать ни о ком плохо. Вот. А они вмешались в ее пространство и изменили эту карму. Я слышу, отстрочили. Чтобы полностью захватить. Они вот эти дыры в сознании, вот этот лабиринт. Но мне непонятно одно. Там снова эта печать, на что же они все-таки это притянулись. Я снова вижу этого... он считывается чокнутый. Сталин, который сидит, у него так ноги вытянулись сейчас прямо в сектор интерферентов. И эта женщина Аллилуева. Так ее звали, да, фамилию? Я что-то так смутно припоминаю, Виктория. Не могу сказать. Вот то ли Валуева, то ли Аллилуева. Вот так звучит как-то издалека. Угу. Потом я вижу, что она вот взяла у него, где каблук, этот сапог, и она вот так его открутила, вот этот символ, как будто он на пятке был. Этот же знак, этот, считывается, меридиан сознания. И она его вот так взяла и выкрутила оттуда. И вот так стукнула по этому столу, там, где этот символ был, и снимает с себя эту петлю из шеи. Она вот так отодвигает и говорит, я не Аллилуева. То есть я вижу, что во время вот этих помощников, которая вызывала Людмила, и произошел переброс кармы за убийство его жены. Он ее терроризировал, он как террорист. И вот эта программа террора, вот он, который в прошлых воплощениях он делал, и в этом воплощении то же самое проделывает своими соратниками, он перебрасывает собственную карму, которую вынести не может ни один человек за все эти зверства, которые он творил. А Людмила, вижу, как энергосфера ее очищается, становится прозрачной, и она вот это из головы вытаскивает и говорит, я не Аллилуева, и снимает вот этот символ огромный, тяжелый, как железобетонный, с этим капюшоном. И я вижу, она выходит с этого пространства. Я ей передаю вот под ключку между ног. Она вытаскивает. И вот этот врач вместе с этой под ключкой уходит. И так дверь в это пространство черное, она захлопнула. Выходит, а за ней шлейф тянется, как за этим Сталиным. Так, снова я слышу Татьяна, я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается от занятия любыми магическими ритуалами. Вот она выбрасывает эти ножницы. Вот, вот что-то, эти кольца с маятниками. Никто не имеет права. Да, вот эти яйца. Оно все уходит, и вдруг ее энергосфера начинает сиять. Она поднимается, вот крылья, как ангел, и вот так подлетает вверх. И там такая была прозрачная штука, как дверь.
в пространстве первоисточника, в пространстве считывается жизни. Там, где сектор ментально, это сектор будущего и сектор первотворца. И оттуда выливается такой черный какой-то сгусток, просто вываливается. Считывается, вот я читаю, чужая карма. А с ее, а с сектора интерферентов, как с моря. А море такое, как будто бушует и испаряется, как пар такой идет. Выходит такая прозрачная энергия. Считывается чистая душа. Я передаю Людмиле, чтобы она... Вот она как идет очищение, интересно. Вот это оно так, как многомерная такая ткань. Поднимается вслед за ней. То есть она притягивается к Людмиле. А она стоит, и там такие есть, как лампочки, точки, которые светятся. Это пространство души, ее решений. И она там делает перестановку. О, вот оно что. То есть... ее желание все расставить на свои места, а это внутренний потенциал, которым заряжена каждая частица живой божественной души, все восстановить, справедливость, поставить все как нужно. И этот процесс божественной души был захвачен Ильей из-за ее ошибочных решений занятия этой эзотерикой. Сейчас она это все чистит. Я вижу какой-то могильный ритуал. Какой-то могильный ритуал связан с церковью. Просто как будто бы вот так открывается гроб крышки. Вот крышка, это гроб уходит в сектор интерферента. А оттуда вот я вижу, наклоняется и целует. Поцелуй смерти, поцелуй смерти. И... так, кто это наклоняется, да? Угу. Сейчас. Слышу Илья, то есть это дух Бельзевула, который в нем живет, дьявола, сатанаила. Она встает, и я вижу, как выталкивает вот этот, это как такой ус какой-то, как... Я ей передаю, чтобы она очищала все ее пространство, отменяла все решения неправильные. Вот какой-то поезд в секторе магии. Дорога. О, дорога к сыну. Я вижу, что эта дорога, как она не хотела ехать к сыну из-за невестки, и на это притянулась, вот я вижу, история с сыном, с багажником. Это матрица так срабатывает, а Илья с Моной, они усиливали действие этой негативной матрицы, и в этот момент я вижу, как этот человек, который орудовал возле ее компьютера, просто исчезает, и комната с компьютером, все поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы Людмила очистила все ее пространство, все, что касается ее рука, ее разум, ее детей, чтобы она родила естественным образом, чистыми. И в том моменте убрала все негативные воздействия на своих детей. Почему-то идет дочерей. Она говорила, что у нее одна дочь, а я слышу дочерей и сына. Так, пусть она всех дочерей родит в эфирном пространстве чистыми. Всех детей по одному. Пусть каждого родит чистыми, без подключек. Я вижу, как она буквально вот так ножом что-то режет. С правой стороны у нее такой шлейф черный. И вот я вижу, как она ножом вот так режет. Считывается ритуальное срезание.
Я вижу, как она это режет. Ее энергосфера такая шарообразная. А она срезает и превращается в такой столбик. А, вот этот дух. Этот дух, который как из цилиндров одинаковых был сделан. И я вижу, сферы. Когда она делает этот ритуал, то она превращается в это, как в Буратино, знаешь? Как... Вот это вот все. Вот. Хорошо. Рационально Людмила хочет отменить это, так сказать, ритуальное срезание жира, которое она делает ритуал. Она хочет, она отменяет этот ритуал. Пусть она своим сознанием отменит. Я вижу, как она этот нож черный отдает сектор магии, а из сектора будущего просто выталкивается, выдавливается такой черный глаз. Угу. И она вот этот черный глаз вот так просто вытаскивает из себя, вырывает Хорошо. Его. Я ей передаю, чтобы она уничтожила все эти чужеродные энергии, отменила все решения соприкасаться. Угу. С антимиром, с магией, чтобы она возобновила свою божественную душу, все ее решения в согласии с конами истины, гармонии жизни, процветания, здоровья. И я вижу, как этот искусственный жир просто уходит с нее, и она такая, он такой, как черные накладки. И она такая красивая. И такие черные зубы, тоже импланты, выходят с нее. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет вырастить зубы. И она забирает свои зубы с сектора интерферента. Я ей тоже передаю, чтобы она очищала предварительно. И вернула только то, что соответствует гармонии жизни, процветания и ее эфирного ДНК. Она поднимается в высокие светлое пространство. Вот, я ей передаю, чтобы она все уничтожала, эти все эгрегоры в ее пространстве, все подключки, вот какой-то к левой ноге тянется, так, продевает ее через левую ногу, потом выходит через печень. Так. Что это за подключка? Или что это за энергия? Денежный эгрегор. Угу. А вот, и я вижу, слышу махинации. В секторе магии она, эти события находятся у нее. А я ей тоже передаю, что ее рациональная часть, вот, да. тянется это на эту воровство этой копеечки, каких-то рублей. Угу. Да, пусть она отменит все эти события воровства, там на Буратино. Еще какие-то в магазине схемы. А, вот это Буратино. Я думаю, откуда, что за образ странный Буратино. Вот, я вижу, что вот этот ложь и вот это молчать, то есть это длинный нос и это эти программы, она отказывается. Я вижу, как этот карман уходит. Угу. Она вот так руки отрушивает. Говорит, я свободна. И глаза протирает, как будто не может видеть. Угу. Она протирает глаза, потому что тот свет, куда она зашла, очень ярко светит. Я вижу, как от нее с левой ноги отвалилась такая цепь с таким огромным шаром. Угу. Я вижу, она... отменяет эти все махинации, воровство. И какой-то Хорошо. Человек, который так что-то ей нашептывает тоже. Она ему стукнула по голове. О, риэлтор какой-то. Отменяет, закрыла это на ключ и правой ногой так отвалила. Она очистила свою карму. Я слышу, нет претензий. И Хорошо. Вот это, что она говорила, дыхательные практики, я вижу, как тот момент, когда она, ее нога болела, и она дышала,
эту практику, я вижу, как вот эта кнопочка, которая вот там дрожала энергетически, когда я запретила, вот точно так же в ее пространстве вот этот ее внутренний протест против насилия, он выталкивал вот эти энергетические блоки в физическом теле и очищал нижние чакры. То есть тот, кто говорит, что моя практика на прощение денег и другие практики плохие, на самом деле враг очищения. Потому что, конечно же, что и человек начинает чувствовать, тело выталкивает, происходят процессы, и могут быть какие-то и психические внутренние противоречия. Потому что вот эта фраза «я человек, я живая душа» — это код, фактически. Он мне пришел, когда я была в матрице и искала выход в игре в этой. Искала выход, то есть варианты, как победить эту матрицу. То есть я зашла перед сеансом с человеком, и ничего не помогало, только эта фраза, которая показывает, что человеческое существо, оно совершенное, и там я слышу буквально сейчас слияние разума физического и духовного потенциала всей Вселенной. То есть это неприкасаемая сущность, суверенная, которая рождена как творец. Никто не имеет права, да. И я вижу, как Людмила это все очищает. Я ей передаю, чтобы она сняла все импланты, приказывала этим интерферентам, Сатанаилу, всем колдунам за их церковь в секторе магии, этой церкви, всем этим эгрегорам, чтобы они убирали. Это последние уже их попытки. Еще чуть-чуть, и все станет на свои места. И такое пошло сияние просто вот так вот. Людмила поднимается вверх, вижу ее лицо. Хорошо. Она говорит, мой главный контракт поворачивается в сектор миссии. Берет там что-то, как камень огромный, и вот так бросает его в сектор интерферентов, расторгает контракт, какой-то контракт расторгает. Давай посмотрим, какой контракт она расторгает, что это за контракт. О, как интересно. Я вижу, она как воин. Как римский воин. Такая юбочка короткая и сандалии так до колен. На голове какая-то штука. Ну, женщина. Интересно. Так. Да, и она стоит из сектора миссии. Это и вот так наклонилась. Это, я слышу, в междумирье. Подписывает какой-то контракт, с кем она подписывает и что было. Приказы всем сторонам этого контракта проявиться. О, появляется черный символ с рогами. Я вижу, появляется этот символ Бафомет, культ служения дьяволу. И у него из нижней чакры вот так идет какой-то сияющий портал, как в виде Пиндера. В сектор магии. А в секторе магии тоже что-то стоит. Приказываю, кто находится в секторе магии, приказываем проявить соответствие физического ДНК. Так, сейчас, одну секундочку. В эфирном плане это выглядит как этот бог богатства. Дядька такой жирный, который сидит, пожирает. Вот, он такой, как будто бы считывается гипнотически, а рот у него черный портал.
пожирает сидит. Так, вот. Что он пожирает? Считывается энергии добра. А Людмила, вот у нее ручка в руке, а на конце этой ручки как паутина, вот так все. Как этот символ был, знаешь? Только вот она как бы зацепила это пространство и так как натягивает его, и оно так подтягивается. Она говорит, что она решила уйти в небытие, чтобы разобраться во всем. Она говорит, чтобы отменить зло. И я вижу, как она летит в портал очень быстро, как стрела, прямо в сектор интерферента, вот туда, в антимир. Она летит, и все пространство как-то сгущено, такое черное. И она говорит, что она воплотилась, но я вижу, что она не воплотилась, а материализовалась в человека. Трансформация. Материализация. Это раньше в Библии описано, как материализовались ангелы. И она вот так сиганула, а потом раз, и в этом черном плотном пространстве, вот в своей энергосфере, встала и стоит. Сейчас ее спрошу, что это. Я посмотрю, куда она. Я вижу, слышу. А земля была пуста. И она так смотрит, вот стоит в своем этом, тоже ноги широко, так как в скафандре, в своем таком шарике. И смотрит. Я вижу, что там такие, как скалы какие-то. И она поднимает какие-то камешки. Считывается заселение земли. Так. Это связано, Виктория, с контрактом? Да, она говорит, это мой контракт. И вот вытягивает из противоположной стороны. Здесь ее, этот сияющий, где сектор первоисточника, сияющее пространство. А здесь как огромный шар, и она его вот так вперед вытягивает. Я вижу, образуется вот эта огромная печать в виде лабиринта. Да. Печать. Так, кто хозяин этой печати? Приказываем ему проявиться. Да подожди, нужно посмотреть, как она образовалась. Она же ее потянула. Сейчас я вижу, что... Я сейчас посмотрю, хочу понять, что она делает. Посмотри, Виктория. О! Она вот так сидит, взяла камешек, посмотрела на него, а с него образовался такой... живая материя образовалась, и там поскакал как маленький динозаврик, такой как курица. Она второй взяла камешек, я вижу, там пушистый рыжий хвост, лисица появилась, побежала. Потом бабочки полетели. Ну ничего себе, как же это интересно. Виктория, а душа, она тоже вселяет в эти уже объекты? То есть оживляет она тоже? И что за энергия она использует для оживления этих животных? Свою энергию.
Она говорит «дух жизни». И я вижу, как к ней тянется такой шлейф от сектора первоисточника. Она говорит, мы все зависимы от источника жизни. Так. Я слышу экспедиция. Ну, там она не одна, но мы с ней работаем. Так. И я вижу снова этот лабиринт, он как огромный камень. И она вот так установила такой, как нож какой-то, палку такую. И этот лабиринт поворачивается, и так звук такой, как камень, а камень трется. И приоткрывается, и выходит через этот... отверстие вырывается черная какая-то энергия. Считывается как дух мести, насилия. Угу. Так, а что же она сделала не так? Что она сделала? Она говорит, что она подключила. Что-то куда-то подключила. Что она подключила, спроси у нее. Я вижу, что к этому динозаврику, к его ногам и к попе, она как будто бы привязала такую ниточку черную из сектора интерферента. Слышу договор между богами. Я вижу, что вот появляется какое-то пространство, как стеклянное. И там вот эти существа, эти ангелы, они красивые, но холодные, черные. И они вот так делают, делают, хотят, вот считывается, устремляются. Но ничего не получается у них. То есть они утратили способность материализоваться и материализовать свой дух. Угу. И так. Они, я вижу, что какой-то договор заключают с пришедшими богами, которые заселяют землю. И тут я вижу в секторе миссии, она так подмигнула. То есть это ее был скрытый смысл, да. Угу. Так, давай посмотрим тогда этот договор. То есть стороны договора, приказываю им еще раз проявиться. Всем сторонам этого договора приказываю проявиться. Я вижу, что она сидит и играет в шахматы. Угу. Вот этот... денежный. Этот стол, этот круглый камень, который между ними, как в междумирье находится, она со своей стороны белыми играет, а этот дьявол черными, сатанаил, играет черными. Угу. Так, кто стороны контракта, Виктория, считай информацию? Они вдвоем? Считываются цивилизации. Угу. Цивилизация богов, цивилизация демонов. Я вижу, что играют вот так, со стороны интерферентов, вот этот сатана, противник, он там есть один главный, а все остальные как будто бы держат шлемы вот так на правой руке. Почему-то сняли шлемы, и их много там. Считываются цивилизационные проекты. Я вижу, что там разные монстры стоят. Угу. А с этой стороны я вижу только ее. И когда я смотрю, вижу такие шары, я слышу процветание, то есть избыток.
избыток силы творческой. И когда я всматриваюсь в эти шары, то я вот вижу, считываю эту как распространять, выравнивать, восстанавливать справедливость, благополучие, то есть вот этот потенциал к жизни, к распространению жизни. А с той стороны это как утягивание, то есть притягивается как магнит к этому пространству, но не с чистых побуждений, как в чистом пространстве божественном. Каждая душа, каждое измерение живет между собой спокойно и помогает одно другому. Угу. Тут же наоборот, есть, я слышу, похитить. То есть умысел похитить. Так. Какие условия этого контракта? Давай посмотрим. Я вижу, что вот когда они, эти цивилизации, вот она подписала этот контракт, то вот угу. начали создаваться какие-то, считываются дикие животные, дикие же души. То есть чистая божественная душа, она сопряглась в... О, вот снова эта сбруя проявляется, запрячь, да? То угу. есть как лошадь использует ее силу для того, чтобы какие-то грузы тянуть. Точно так же было использовано на наши творческие силы. Энергия, угу. чтобы тянуть этот груз тьмы. Угу. И появляются эти животные. Вот я вижу кенгуру, такое странное, я поскакала. Потом эти динозавры, змея поползла. Я слышу сотворение. Угу. То есть как вместе со. Да. Так. Угу. Значит, они использовали ее силу. Она согласилась на это. Да. На каких условиях она согласилась? Я слышу, в шестой день. Это было все в шестой день творения. Угу. Это этап. Это как 6000 лет назад, как будто, а мне идет. Угу. Появились новые, или 6 этапов каких-то. Может, это не 1000 лет, а этапы, какие-то этапы. А, да, точно, это этапы, вот как этот поезд и вот эти палочки. Каждая палочка как отдельный этап цивилизации. Угу. Я слышу сотворение. Соткание новой реальности. Угу. Так, договор о чем? Договор. Я вижу, что договор в эфирном плане это выглядит, ну, снова такое, как лошадь, как светящаяся, типа лошадь, какое-то животное, которое меняет форму, да, как это... Упряжка лошадей красивая, она посмотрела назад, эта лошадь, что в нее впрягли эти неедущие сани. Mm-hmm. Посмотрела вот так назад, и как рванула эта лошадь, и эта грива так начала развиваться этими фракталами, копытами бьет и мчится к первоисточнику, а эти радуются по кочкам, и эти демоны подгоняют эту лошадь, и она вытащила угу. эту всю, эти сани, как будто из такой, ну, по-украински слышу, прирва, это прервать, вот, и лошадь стоит сверху, пасется себе. А угу. вот это те все сани черные с этими демонами, они вот так повисли на этой отвесной стене, в этой
прерва. Ну, слышу так. По-украински, хочу что-то перевести на русский. Одно и то же слышу, не получается. Прирва, да. Вона и є прирва, так. А, и они начинают там осыпаться, падают все. Угу. И в этот момент, вот так, там, где лошадь стоит, на глубине, на большой глубине, кто-то начинает что-то там подвязывать. Я вижу, слышу шаман. Так, приказываю этому шаману проявиться. Он вот так вел себя, как шаман. Угу. Надо же. Вижу эту ногу с этим сапогом, с этим... этим вот. Сухая. Да, ну, угу. Как с каблуком, где под каблуком вот этот символ находится. Этот... ну, это печать. Угу. Илья появляется, он считывается как шаман, дядька Черномор. Так, и что он там подвязывает? Что это за действие? Как оно характеризуется? Что он делает, в смысле? Да, что он делает, что он там подвязывает, ты сказала. Что он делает, приказывает. Я вижу, отвечать, что да? Он вот так, как параллельно с этой плотной реальности, угу. Как прокопал такой портал в эту духовную сферу, в эту духовную цивилизацию, где духи живут, программы, и зовет этих черных духов, чтобы, говорит, на помощь. Угу. Чтобы они подтолкнули вот эту, эти сани, которые уже никуда не едут. Уже никуда не едут, да. А эта лошадь превратилась чему-то идет в Елену. Прекрасную, премудрую. Угу. И я вижу лицо Людмилы, а слышу Елена. Угу. И она считывается как творец. Угу. И сразу я увидела Лидию, которая пыталась всем навязать, что она Елена Премудрая. Но я сейчас... ну, я ей... ну, я просто слушала, что она говорит, ну и говорит. Но угу. Я вижу, что это Людмила. Вот. И она превратилась в эту прекрасную Елену, которая так стоит и смотрит на то, что там творится в этом внизу. Угу. И так держит эту черную сбрую просто у себя под ногами. Она ее поднимает, как печенька такая. Mm-hmm. Она превратилась, то была каменная, а теперь превратилась такая, как крошится. И она его просто отламывает небольшой кусочек. Вот как она отрезала ножом свой лишний жир, типа. Лишнего ничего бы не бывает. Его просто так отрезать нельзя. Нужно разбираться, откуда оно. И она угу. просто это отдает, и этот сатанаил, с которым она сидела, играла в шахматы, берет это, и она вот так, этот шлейф, который тянулся за ней, вот так все убирает. И я вижу, как она эти подключки к этому животному, вот эти животные... ага, которые она создавала. Которые угу. она там создавала. От них вот эти подключки к попе они все шли. Вот почему вот эти зоофилы очень любят. Педофилы, зоофилы, это все это место. А угу. вот там подключка, вот я вижу. Эта подключка от этих животных уходит. И эти животные освобождаются. Я вижу, как этот динозавр превратился в красивую птицу. Mm-hmm.
Вот, в красивую птицу и полетел. Вот это кенгуру. У кенгуру, я вижу, выросли передние лапки. И вообще он превратился в человека. Очень интересно. Да, я передаю. И снова я слышу Елена Людмиле, чтобы она исправила все свои ошибки и расторгла контракт. Да, пусть она это И сделает. она снимает из глаз такую коричневую уже повязку, отдает это этому Сатанаилу и говорит, что она, как же она сказала, перестала, то есть, ну, как бы, сейчас, я вернусь. Вернись. Она говорит, устала закрывать глаза на происходящее. И выходит у нее изо рта этот черный шар снова. И она вот этот стол, на котором она играла с этим, просто переворачивает. И ногой тупнула, правой ногой тупнула. И такая черная энергия по кости просто вот так слетела. И слетели эти импланты с головы, с зубов. И я вижу, как эта лошадь свободная полетела. Отлично. Ну, она так типа как лошадь, но такое все энергии как бушуют, как белый огонь, все красиво заворачивается в такие. Вот. И она говорит, Так. что она расторгла контракт с Атанаилом, и я вижу, что она вот так стоит, а перед ней такой портал. И она берет ножницами это и отрезает. И это все, сбруя эта вся отлетела, а с этого портала вылетают остатки, и Вселенная как будто выкакивает этот антимир. И я Хорошо, вижу, это что в этот момент она вот так снимает черную какую-то ржавую корону и этими копьями вниз, а дает этому колдуну Илье, который там в этом пространстве сидит, и вот так себя струшивает все, вот так как будто бы пыль все струшивает. пусть чужеродный все это сжигает и на полную аннигиляцию отправляет. Да, она это сделала, вся светится. Пусть приказывает этому Илье и Сатанаилу забирать с нашей земли все чужеродные ихние воздействия. Что мы имеем право ему приказывать по законам Вселенной нашей живой, мы приказываем им забирать все ихние воздействия. Очищаем нашу землю. Да. Отлично. Хорошо, поднимаемся все вместе максимально вверх. Да. Так, Людмила хотела найти ее синюю папку с документами, где она потеряла. Пусть она ее найдет. Она говорит, я найду. Хорошо. Так, Вот какие она папки? лежит. Как будто на шкафу. И тянется черная рука со стороны магии. Это дух, как черт выглядит. Он как будто бы ее туда ложит, вот так, на шкаф, куда-то высоко. Так, пусть Людмила приказывает этому духу забирать все его воздействия и отдает Я карму вижу, за что она вмешательство. вот так вот как-то смотрит, а что там внизу делается? Его это обожгло? Так. Вот, да, это что-то интересно. И папка находится в секторе магии. Ее кто-то читает. Сейчас я посмотрю, не украл ли кто-то ее. Ее читают, кто-то, да, я вижу в микроскоп, ну, как в лупу Лупа. рассматривает и по папкам по другим раскладывает. Изучение идет.
Так, приказываем этому человеку проявиться в соответствии с его физическим ДНК. Что-то появляется? Нет, ничего не появляется. Угу. Просто вижу синий цвет. Угу. Так. Виктория, давай посмотрим, когда Людмила потеряла эту папку. Ну, смотри, я сейчас ее вижу вот так, что она на, как, где-то на высоте, а потом я услышала под телевизором. И вот вижу, как телевизор, как будто под телевизором, где-то вот так, может, это... Я передаю подсознанию. Может, потому что это заканчивается сеанс, я уже как бы выхожу с эфирного пространства. Да, Виктория, уже время много, ты пробыла. Хорошо, передай подсознанию Людмилы эту информацию, где находится эта папка. Я вижу, что она ее находит и берет вот так под мышку. Угу. Я ей передаю, чтобы она убрала все претензии, потому что она расторгла все контракты, и никто не имеет права к этой информации, к этой папке, иметь доступ. Хорошо. Так, пусть Людмила почистит ее жилье, все ее предметы, очищается. И поднимается вверх. И мы тоже очищаемся, поднимаемся все вместе вверх. Я уже вышла с эфирного. Угу. Хорошо, Виктория. Так. Ну ладно, отсоединись, Виктория, от всех и всего. Угу. Очищай твое пространство. Да. Команду. Закрывай порталы, наполняйся энергией, жизни, гармонии. Угу. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.